Здравствуйте! С вами Ира Мищук, и вы на канале Ира Готовит. Подписывайтесь на мой канал, звените в колокольчик, а ваши лайки будут меня вдохновлять. Я приготовлю картофель печеный очень интересным способом, очень простым. Ну, недаром говорят, что самое простое – самое вкусное. Начнем. Мне нужно деко. Деко я устилаю бумагой для выпечки. И выкладываю сюда картофель. Чистый картофель, помытый. Вытерла его салфеткой и отправляю это в духовку. Запекалась моя картошка полчаса при 200 градусах в духовке. А теперь вот она такая ароматная, пахнючая, и мне ее нужно просто раздавить. Раздавлю с помощью ножика. Посолю розовой крупной солью, я ее очень люблю. И приправлю любимыми прованскими травками. И сбрызну немножко оливковым маслом. Запах невероятно вкусный. И отправлю в духовку еще на полчаса. А пока запекается картошка, допекается картошка, я сделаю салат. У меня есть листья салата. Я их просто порву. Чистые, помытые. Все хорошо, все замечательно. И хорошее настроение главное. Потому что запах, непередаваемый запах идет с духовки. Дальше у меня есть такие вот маленькие перчики. Я их очень люблю. Бэйби такие. Перчики бэйби. И я их порежу вот такими вот полосочками. И вот просто бросаю их. И еще у меня есть еще один перчик. Я думаю, два мне достаточно будет. И это нарежу такими длинными полосками. Замечательно. Ух! Ярко так, красиво уже. Есть огурчик один, бэйби. Попки отрезаю, длинненькие, и тоже сюда же. Вот еще один у меня есть маленький. Маленькие очень вкусненькие. Помидорки, помидорки, супер помидорки. Отрезаю сердцевинку. Вот так. И сюда же. Ух! А лето продолжается. Красота! Просто сказочно все. И зеленый лук. Возьму несколько перышек зеленого лука. И в наш салатик красивый. Опа! И разбросаю. Разбросаю красиво. Ярко. А главное, это витаминки. Добавляю сюда туну. Тунец. Вот такая у меня есть. Уже без масла. И прям сразу выкладываю сверху на салат. Все делаю руками. Энергия в наших руках.
И так получается вкуснее. Добавлю сыр. Называется булгарит. Он соленый. Вот мне вот столько будет достаточно. И я его тоже все руками. Сыр этот прям в водичке и очень удобно. Пару листиков мяты. Просто оторву совсем немножко. Немножечко листиков. Ой, запах, запах невероятно. Со всех сторон. Картошка, мята, тунец. Все вместе. Немножечко прованских травок. Немножечко соли по вкусу. И заправлю оливковым маслом, хорошим оливковым маслом. 0,5%. Я беру его для салата. 0,8% хорошо для готовки. Замечательно. Вот такой вот салат. Обалденно красивый и очень вкусный. Ждем картошку. Время вышло. Достаю картошечку. Ух, замечательно. Великолепная картошка получилась. Ух, просто прелесть. Запах невероятный. И достаю ее. Как всегда, на красивые блюда. Попробуйте, обязательно попробуйте этот рецепт, обязательно. Испеченная картошечка, салатик. Забыла про оливки. И добавлю немножечко оливок. Все. На этом все. Что может быть лучше? Что может быть вкуснее? Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, делитесь моими видео. Пока-пока!